Курганском областном музыкальном колледже имени Дмитрия Шостаковича состоялось торжественное закрытие конкурса «Друг баян». Члены жюри фестиваля назвали имена победителей. Лучшие баянисты, аккордеонисты и гармонисты подготовили заключительный концерт. Гармонисты Вячеслав Агеев из Новосибирского колледжа культуры и искусств и Талиген Кокимов из Курганского музыкального колледжа удостоены звания лауреат Гран-при. Зауральское трио баянистов стали обладателями гран-при в категории «Семейные ансамбли». Жюри были мастера первого уровня, в основном профессорский состав и народные артисты. Сопредседатель жюри Виктор Брызгалин остался доволен конкурсом. Как курганец, зауралец, могу быть довольным, потому что основные награды, в общем, получили наши баянисты, как и всегда, не потому что. Ну, мы здесь в Кургане, потому что это объективно.